лавочке сидел, кто на улице глядел. Толя пел, Борис молчал, Николай ногой качал. Пальцы кнопки кликали, начались каникулы. Как вы думаете, куда так целенаправленно идет эта девушка, в то время как ее сверстники наслаждаются каникулами и томятся от ничего не делания? Эта девушка идет на работу. Да-да, на работу. Во время летних каникул она работает в МФЦ. И не одна она. Чем же они заняты? Ребята работают администраторами операционного зала. Каждое утро вместе со специалистами МФЦ они приходят на работу. С улыбкой встречают посетителей, помогают определиться с услугой, которую они хотели бы получить. Помогают получить талон через электронную систему управления очередью. Выдают квитанции на уплату государственной пошлины. Большим и интересным направлением в работе для ребят стало оказание помощи гражданам в получении услуг через ЕСЕН. Не все сразу получалось. Юным специалистам не хватало навыков общения с людьми, отсутствовало понимание принципов работы одного окна. С помощью наставников ребята получили начальные профессиональные навыки, познакомились с особенностями работы специалистов МФЦ, освоили работу с единым порталом государственных и муниципальных услуг, научились общаться с людьми различных категорий, освоили понятие «государственная и муниципальная услуга, защита персональных данных». К тому же они получили возможность заработать. Реализуя этот проект, мы предоставили старшеклассникам возможность попробовать себя в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг. Примерить на себе несколько видов деятельности – юрист, программист, психолог. Мы расстаемся с ребятами с надеждой через несколько лет встретить их у нас в МФЦ в качестве специалистов, полноценных членов коллектива. Я решила точно, буду юристом. А я свяжу свою жизнь с информационными технологиями. Я еще не определился, кем буду. Но в следующем году я обязательно приду работать в МФЦ. МФЦ – это круто!